35% средств из местного бюджета муниципалы потратили на благоустройство. Глава Сенного округа отчиталась перед жителями о проделанной за 2015 год работе. Основное внимание муниципалы уделили благоустройству внутридворовых территорий. В прошлом году в трех дворах появилась тротуарная плитка, новые скамейки, урны и молодые саженцы деревьев. По 5 адресам установлено 15 единиц игрового и спортивного оборудования. Самым ярким преображением года местные власти назвали двор 119-го дома по набережной реки Фонтанки. Там заменили асфальтовое покрытие и, по последнему слову техники, обустроили детскую площадку. Впервые применили резиновое покрытие, использовали. И там, помимо того, что это дворовая территория, там гуляют дети нашего дошкольного образовательного учреждения. И они очень счастливы, потому что на стене глухой еще появился красивый баннер с интересными такими забавными сказочными персонажами. Муниципалам удалось реализовать 12 новых направлений. К примеру, во всех школах округа впервые прошла акция «Я независим», которую посвятили профилактике наркотиков. На конкурсе муниципальных образований интерактивная акция принесла Сенному округу третье место.